Педагоги и руководители образовательных организаций в очередной раз собрались на августовской конференции для того, чтобы подвести итоги прошлого учебного года, а также обсудить предстоящую работу. В этом году будет много нового. Историю мы начнем изучать по новым учебникам. Для обучающихся 6-11 классов станет обязательным реализация профессионального минимума. То есть это целый комплекс мероприятий по ранней профориентации и самоопределению в выборе будущей профессии. Все школы стремятся создать единую систему обучения, но каждая имеет свой подход. В Видновскую школу номер 9 будет внедрена обновленная программа профессиональной подготовки, связанная с введением нового курса «Россия. Мои горизонты». Связанные с внедрением во внеурочную деятельность экскурсионных поездок на фабрики, производства. У нас всегда была профессиональная подготовка с детьми с 1 класса по 11 класс, но в этом году это будет уже на другом, более высоком уровне. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский пожелал успешной работы, а также вручил награды за профессиональное мастерство. Решение нашего президента объявить 23-й год годом педагога и наставника только подчеркивает и важность, и ценность. И я хочу пожелать, чтобы вы получали удовольствие и непосредственно в течение учебного года от образовательного процесса и от тех результатов, которые удастся достичь в мае, в июне. С наступающим вас днем знаний, ну и в добрый путь. Награду губернатора Московской области в этом году получила Юлия Бербенева, заместитель директора Видновской школы номер 7. Наверное, я достойна этой премии за многолетний труд и добросовестную работу. Педагоги получили не только почетные грамоты и благодарности за свою работу, но и денежные вознаграждения. Лучшей наградой по-прежнему остается сертификат на квартиру. Я получила сертификат на жилье на коммерческий найм. Спасибо администрации за такой подарок. Со словами благодарности выступила заместитель председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Ирина Архангельская. Уважаемые, любимые наши педагоги, разрешите мне от имени нашего всего депутатского корпуса поздравить вас с прекрасным августовской педагогической конференцией. Вы знаете, педагог проходит по всей жизни каждого человека. Мы научились читать, писать, мечтать, анализировать, думать. И все это научили вы нас. А уже завтра тысячи учеников отправятся в школу. Пусть для них этот год будет успешным. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.